Так оно и есть. Напряженные каточки. Фу, даже у меня подмыхом вспотел, мне пойти подмыться и побриться, но нет, куда? Нужно стримить. Блин, один раунд забрать. Ей-богу, ребята, я уже за вас переживаю. Хотя, честно, хоть уже же победили ГГ, потому что они показывают действительно отличную игру. СБ пытается прострелить, и опять текстуры, ну не знаю, возможно, можно такую текстурку, по сути. Ну фиг его. Через площадь, нет, решили через вход зайти на в этот кабинет директора. Даррен забирает Милку, Марик забирает Вову, в спину, ну и Жанки забирает рядовой хоп, забирает Кэнди Топ, КДК забирает рядового хопса, остался. Крути колесо. Шифтуется. Забирает КДК, крути колесо. И простреливает, но Свич. Свич его прострелил! Твою ж мать! Я представляю, как у ребят там, извиняюсь за выражение, очков в натуре репит. Вы представляете? Ребята с, если не ошибаюсь, 8 или 9 раунда не могут забрать один last раунд. И вот первого ВП у Кэнди Топа. Но никто не пошел на Б. Извиняюсь, на улицу. И Даррен забирает одного. Свич забирает Жанкия. Марик забирает Милку. Хоп забирает Свич. Но это до Красной Армии. И остался 8 хп, рядовой хопс его забирают. Твою мать! Ей-богу, в натуре, походу, это самый интересный стрим, который у меня был. В натуре, я никогда такого не видел. Ребят, соберитесь, СБ, один раунд. В натуре, я говорю, я сейчас бы посадил мою бабушку, чтобы она играла вместо... Кто у вас там? Вместо Вовы, да? Хотя Вова был фаворитом, когда играл за КТ. Я посадил бы свою бабушку однорукую, одноглазую, она бы затащила бы раунд. Даже без слухового аппарата, в натуре, ребят. Тащите. Ну, а ВП, эх, не зажал. Фу, просто в натуре, ребят, у меня эмоции зашкаливают. Просто тяжело мне сдерживаться, когда один раунд. И Гинексы просто молодцы, конечно, ребят, вам огромный плюс. Крути колесо забирает Свеча. Жанки сейчас, да, крути колесо забирает Марика. Неужели это все? Неужели потеряно? КДК забирает, крути колесо. В спину выходит Кэнди Топ, забирает рядового. Промахивается и... Ну, нет, Вова стик не дает. 3 в 2 ставит команды ГГ, ребят. Ну, все, забирает Жанки, КДК и... Скорее всего, это ГГ ВП первой каточки. Ну, ничего. Гинексы показали отличную игру. Не 8, сколько там, у меня плохо с математикой. Ну, достаточно много раундов забрали. Все, первая каточка за ними. Да, ГГ, это было в натуре потная катка, ребята. И будет next map. Да, next map у меня на следующих ЛТВшке. Не переключайтесь.